Hey guys, Jason Jeffries here. Got some more cool shapeshifts in reptilian eyeball stuff I want to share with you, so we'll get right into it. Поздоровайся с нашими друзьями. Здравствуйте. Как видите, Жанна с нами, все нормально, никуда не... Здравствуйте. По просьбе наших друзей, моргни, пожалуйста. Не, не так. Моргни. Спасибо. Надеюсь, вы довольны. Вы попросили? Извини, продолжим. Здесь, на планете Земля. Ответь, пожалуйста. Да, больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше, чем вы надеетесь. Наполняет тебя изнутри то, что... И по передаче им истинному суфию. Какой-то святой человек. Вот, как бы... Understand what the most important thing in our lives is. What for we have come to this world in general. Которая как бы агитирует. Знание, то есть потеря такого, ну, такое возникает. Вот просто невесомости и пространства. И людей, которые развиваются как личность, становятся... Подмена есть такая система, что связана с... тем, что ты должен стать суперчеловеком. А для того, чтобы стать этим суперчеловеком, нужно задействовать все возможности. Метод регрессии прошлых жизней. В духовный мир не просто мир, у него сохраняется ли ее какая-то самоидентификация. Но часто, ну как бы даже сами пациенты, они постоянно пребывать в духе, как сохранить... А не выходить из него и не прогонять. Знания астрономии и космологии в частности, о самой яркой звезде, созвездия Большого Пса, о звезде Сириус. И вот действительно мы нашли тому много подтверждений, упоминаний в их... Таки касается вот с одной стороны людей. Люди хотят духовно развиваться и идут на это, чтобы, ну, как получить какую-то свободу, вот идти себя вот этим непроницаемым пламенем, но ведь, ну, как раскрывает меня изнутри. То есть мне не нужно это все, сознание рисовало. Хороший всплеск. Даже вот приняв такое решение. Прожить этот день вот по-настоящему. По-настоящему. Понял, что это. То есть есть некая. Активно помогает в проектах. Они, ну как сознание им говорит, что не нужно. Улучшить. Какие шаги? Ну, как бы... Нет.
как бы нарастают с геометрической прогрессией, и остановить это все сложнее и сложнее. I hope you guys enjoyed that. Pretty cool stuff. Shared videos like that in the past. You guys seem to get a good response about it. So I went ahead and shared it with you. Like, share, comment, just do what you can. And let me know what you think. As always, have a great evening. And yeah, the more you guys interact with the channel, the more I'll be posting content. I'm trying to start it back up again. Hopefully it doesn't fail. If I get, you know, a decent amount of views, I'll keep on making it. And hopefully it grows. If you're new to the channel, be sure to go back and check our backlog. And we also got like 20 some videos on the Leak project. And I have a lot of them shared in a watch list. And I'm going to make an actual playlist of me on other podcasts and things like that. I was on the John Moore radio show twice and a couple other things like that I'm trying to dig up and share. So yeah, it was pretty cool being on live radio for about an hour. It was really neat. Yeah, but anyways, you guys enjoy.